Блондинка приходит к татуировщику, оголяет грудь свою и говорит: «Вы бы могли мне убрать вот эту татуировку, Миша?» Говорит: «Дорогая, к сожалению, не могу». «Да? Тогда добавьте, козел». Представляешь, Галка, сегодня мне какой-то мужчина написал в личку: «Что она тебе?» А ты что? Ну, я ему честно отписала: кредит, ипотека и трехлетний сын. А он что? А он, сука, до сих пор молчит. Дорогие женщины, вы знаете, что мужчина каждый день вырабатывает 104 миллиона сперматозоидов. Поэтому не надо им говорить, что он ничего не делает.